Дорогие мамы, папы, девочки и мальчики, сегодня я для вас проведу пальчиковую гимнастику, которой вы можете заниматься каждый день по 5 минут. Она вам поможет в развитии речи. Первое упражнение. Посчитаем пальчики. 1, 2, 3, 4, 5. Будем пальчики считать. Сильные, дружные, всем такие нужные. На другой руке опять будем пальчики считать. 1, 2, 3, 4, 5. Будем пальчики считать. Сильные, дружные, всем такие нужные. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Будем пальчики считать. Сильные, дружные, всем такие нужные. На другой руке опять будем пальчики считать. 1, 2, 3, 4, 5. Сильные, дружные, всем такие нужные. Следующее упражнение – сказки. Будем пальчики считать, будем сказки называть. Этот пальчик – теремок, этот пальчик – колобок, этот пальчик – репка, про внучку, бабку, детку. Волк и семеро козлят – этим сказкам каждый рад. Еще раз. Будем пальчики считать, будем сказки называть. Этот пальчик теремок, этот пальчик колобок, этот пальчик репка, про внучку, бабку, детку. Этот пальчик волк и семеро козлят. Этим сказкам каждый рад. Следующее упражнение – апельсин. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для чижа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра, а для волка кожура. Еще раз. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это долька для чижа. Это долька для ежа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Спасибо.